Всем привет, с вами Вика, и добро пожаловать в долгожданную серию Алисы. Безумие возвращается. Я уверена, вы очень рады тому, что наконец-то новая серия этой игры, потому что огромное количество мемов было создано на тему «Где Алиса? В стране ужасов». И я хочу сказать, почему же так долго не было серии с Алисой? Дело в том, что когда я пыталась снять последнюю серию, то текстурки, мягко говоря, странно себя вели. Короче, они зависали, становились прозрачными, летали по космосу. Происходило все, абсолютно все, но только не то, что надо. И поэтому я решила переустановить Алису. Слава богу. Слава богу, весь прогресс сохранился. Иначе серии Алисы не было бы еще так месяца два. Потому что мне пришлось бы снова доходить до вот этого момента. Наверное, я думаю, вам надо рассказать, что же все-таки было в прошлой серии, потому что я ее не выложила. В принципе, пропустили там мы не так уж и много. Я спасла вот этих заблудившихся моряков, которые вроде добрые, которые вроде и злые, непонятно, ну, короче, не стали добрыми. И нас отправили к психологу. Неожиданный исход, правда? Но, как вы заметили, мы уже не в стране чудес, и сейчас бы нам надо пройти к психологу, но нет. Вернее, да, мы пойдем к психологу. Ну что же мы еще будем делать? Ё-моё. Господи, я думала, тут как рякнула, это вот это. А-а-а. Звук просто странный. Кстати, вы заметили, что они все в одних и тех же костюмах? Они с одной фабрики. Ну все. Сейчас что-то будет интересное, да? Опять читать. Вилтон Рэдклифф. Это наш психолог, да? Будем знакомы. Домик достаточно мрачный для психолога. Я думала, все будет радужно. Да, кто это? Алиса Лидл, мистер Рэдклифф. А, ты вернулась. Полагаю, тебе стоит подняться. Сейчас отопру замок. Ну что, проходим. Мы что, обратно в этот дом возвращаемся? Сочетайте дальние атаки с отражением, чтобы увеличить урон грозным разорителям до максимума. Я не умею сочетать, поэтому я буду просто бить его напрямую. Вика не ищет легких путей. Мы, наверное, сейчас вернемся в ту самую психушку, откуда мы сбежали с самого начала, да? Ну, какой интересный домик. Сюда? Тук-тук-тук, кто там? Откройте мне дверь, пожалуйста. А, сюда надо идти. Сюда нельзя. Ну, все туда. Ой, ты выглядишь немного не так. Он, знаете, чего похож на гнома этого? Белоснежка и семь гномов, это тот, который любил поспать Соня вроде. Да, он очень на него похож, даже слишком. У вас мой кролик. Ты забыла о манерах? Ну, что еще? Ты оставил, ты сама оставила его в клинике? Ратлич, дорогая, мы уже говорили об этом. В гневе, как обычно, источая сарказм и обличающий вздор. Я украл ее кролика. Что за смешной предлог? Она здесь из-за огня. Это все, о чем безумно дитя хочет говорить. Согласно моему отчету, ее семья погибла вследствие несчастного случая. Она не хотела принимать этого. Говорила и говорила что-то о ее воспоминаниях об убийстве и о том, что хочет знать правду. А предполагаемая правда такова. Огонь разгорелся в библиотеке, когда кошка свалила лампу. Пламя заперло в ловушке ее родителей и сестру наверху. Сестра Лизи даже не открыла свою дверь, умерла в собственной постели. Виновность кошки она всячески отрицает. Не может быть, в этом нет смысла и так далее. Согласен. С самого начала я подозревал Алису в поджоге, у нее была одержимость огнем. Не, мне кажется, она бы не смогла этого сделать. Я как-то поймал себя на мысли, что, возможно, она сыграла большую роль в причинах этой трагедии, ведь у нее случались психические срывы. Неведение, когда оно не губительное, это счастье. А может быть, вообще это как бы во всем опять Алиса виновата? Это как, блин, это зоопарк, в игре зоопарк. Я что, ему голову оторвала? Я хотела... Ой... Он что, ее ударил почему-то? Чем-то тяжелым по голове, она оказалась непонятно где. Не хватало еще того, чтобы остатки моего мозга что-то там куда-то делись. Нормально ли это? Прости, галлюцинации получше. Наверное, мне суждено умереть прямо здесь. А это библиотека, да? А, подождите-ка. Ой, мы же к этому сейчас заходили, к мистеру Рэдклиффу, разве нет? И кролика здесь нету. Да.
А, это галлюцинации опять, глюки у нее были. Угу. Ужас. Сейчас выйдем, и такой апокалипсис начинается. А, ну, заколоченные окна, только дурака сбьют с толку. Очевидно, что он не продавал этот дом. Ясно, значит, ей втирали дичь, что якобы этот дом продан. Все превращается в хоррор. Хотя я считаю, что тут можно ничего не ждать страшного. Уже зима. Алиса, ты тут долго находилась. О! Вот эта коровка ты. Привет, сосед. Нет, это 100% у нее галлюцинации начинаются. Не может такого, чтобы какие-то огненные грибы тут росли. О, черт. Она словно вышла из той самой пещеры, когда еще только заходила вот к этим куклам или... О, поезд этот смертельно опасный, который похож на замок. Вообще, я так понимаю, мы должны его остановить. О, баня. Проклятая порча. Она отравляет страну чудес. Ищешь убежище от злого мира? Возможно, вещи просто выглядят так, как будто все идет к чертям. Я не дура, а ты совсем не умеешь лгать. Придумай что-нибудь поубедительней. Это необузданное бедствие твоей работы. Если будет еще хуже, твой поезд придерживается адского графика. Двигай, время не ждет. Ну я-то знаю, что это еще не конец. Перемены начались. Этот поезд внушает мне ужас, кот. Тебе бы надо было поискать другую работу. У нас действительно так мало надежды? Даже меньше. А если страх парализует тебя, мы пропали. Долина смерти. Оу, оу, только не очень большой. Конечно же, очень большой. Чувак, попадется. А, ну у тебя есть оружие-то, да? Я уж думал, что все от того. Беги. Бросай бомбу. Сейчас я вас всех расстреляю, ясно? Сгиньте отсюда. Так, капс. И... Оп. Пока я по-быстренькому убью этих мелких чуваков. Погодь, дайте-ка я коня достану моего. Оу! Так отойди! Ты почему мне... Почему к нему ты бежишь? Че, дурак, что ли? Так. Готовимся отражать. Ладно, тут уже лишних не появляется людей. Людей, говорю, чудовище, откуда тут люди вдруг возьмутся? Можно пока потихонечку стрелять в него. И убивать его. Только главное уворачиваться вовремя и не в него бежать, когда надо уворачиваться. А, ты просто защищался, чувак. Оп. Знаете, что когда мы долго уже удерживаем зонтик, то тогда мы просто... Ну, просто нас отталкивает, но мы не отражаем удар. О, все, мы его убили уже, да, почти. Вау! Ух ты, увидели, что я сделала? Я успела. Все, ты умер. Ура, наконец-то. Я размялась чуть-чуть. Это что такое? Это кальян? Ты серьезно? Значит, с того у него галлюцинация начинается. Путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. Всего один шаг по Лондонскому мосту. Не лучшая надгробная надпись, верно? Я надеялась, ты окажешься более отважной. Надеялся, наверное. Я неправильно прочитал. Это же сюда. Ага, значит, нам нужно сейчас будет драться с вами, да? Вы-то что такие легкие вообще? Чего ты бояться-то нечего? Ага, идем, значит, дальше сюда. Так, погодь, нужно подождать. Ой, нас там уже ждут, смотрите, наши друзья, они так рады нашему приходу. Нет, стой! Стой! Блин. А куда она так полетела? Думала, она еще ближе чуть-чуть подлетит к нам. Платформа-то. Куда еще разочек?
Вы там ничего, постойте чуть-чуть. Все, летим. Дайте-ка я пока в них постреляю отсюда. Знаете, их легко убивать отсюда. Потому что они дураки. Давай побыстрее. Все, успела. Кстати, что-то вообще мы оба стали легкими, я смотрю, да? Что-то вообще когда все подозрительно просто пока что. Сейчас нам кого-нибудь там, моба какого-нибудь дадут. Очень-очень зло. Ну, зло-то, по-любасу зло. Эта туманная дорожка только кажется хрупкой и нереальной, как твои мысли. Она выдержит, поверь мне. Знаете что, ребята, это не колен, это ингалятор. Угу. Это когда вы, типа, болеете там, кашляете и дышите этими целебными парами. Короче, она тоже ими дышит, она тоже болеет. Бедняжка, выздоравливай побыстрее. Вот мне вот то вот место не нравится. Я надеюсь, нам туда не надо будет потом идти. Вот сейчас самый подходящий момент. Фух, блин, один зубик не собрала. Бутылочка. Фух. Я думала, сейчас одним ударом все три ракушки найду. Было бы классно. Ага. Опа-на, это что там за фигня такая? Она смешно выглядит даже как-то. Ждешь, пока в тебя стрельнут? Чувак, я ведь попаду. Нет, я не попаду. Кого ты бьешь, дурак? Дубина. Все, вот я. Вау, тебе туда нельзя, наверное. Алиса, в лаву-то тебе нельзя. Логично. О, аккуратно. Отстань от меня. Мерзкий. Глист. Чуть и надо. Фух, пока пробираемся аккуратненько. Так, вот эта черная жижа мне сильно... Ой, чувствую, еще нам придется это... прокекаться. Это точно плохой знак, очень плохой знак. Знаю я ваше подлагивание. В ненужный момент. Так, не разбиваешься, значит. Еще одна бутылочка. Кстати, мы, наверное, уже кучу-кучную бутылочек набрали. О, это сейчас будет... Как это называется? Короче, тройное убийство. О, я три ракушки одним разом сломала. Чайник. Ой, да, чайник. Или что? Да, чайник. Так, ладно, просто бежим и забираем отсюда. Ясно. Все не так просто. Что он такой рыгнет так? И оттуда влезут монстры. Это бомба вообще. Чайная пушка! Вау! Чайная пушка наиболее эффективна против групп врагов. Чем дольше вы заряжаете выстрел, тем больше будет радиус взрыва. Чайную пушку можно использовать для уничтожения хрупких поверхностей с расстояния. Переключайтесь между перцемолкой и чайной пушкой с помощью колесика мыши вверх, колесика мыши вниз. Ясно. Так, значит. Ага. Давай, стреляй! Чё не стреляешь? Чё, дурак, что ли? Чё-то какой-то ты странный, пушка. Пушка, ты странный, ты это знал? Знаете что? Я лучше вас вот так вот. Это будет полезней. Потом прокачаем эту пушенцию, блин. И она поможет нам. О, нет. О, только не ты, черт! Опять с тобой мутятся. Знаете, как я не хочу снова. Так. Чё? Чё он стреляет без этой, без остановки-то? Сейчас одну голову у него вынесем, вынесем, вынесем. Убирай! Беги! Алиса! Алиса! Ой, давайте поиграем в догонялки. Знаешь, что эта игра очень мне нравится. Ну что поделаешь? Сейчас он стрелять будет, да? Вау! Беги, он атомными бомбами начинает рыгать. Вау! Попал. Капс, включай, стреляй побыстрее на него. Они еще и через время какое-то стреляют. Это же плюс.
Знаете что, надо было все-таки взять октомолку. Она хоть разряжается помедленней. Так, он снова начинает у нас стрелять. А теперь бегает за нами, да? Он бегает вообще за нами, я не знаю. О, он бегает за нами. Черт, беги. Ой, поцеловала, как мило. А теперь отстань от меня, пожалуйста. Так. Ой, черт, Алиса! Так, осталась одна единственная голова. Все, все, ты умираешь, чувак, да? Ой, нет. А, ты куда под газ-то под этот становишься? Беги, беги. Вот это, слушайте, вот это адреналин, вот это прилив адреналина. Он тебя убивает, а ты стоишь и ничего не делаешь. О, кажется, ты помер. Давай быстрее, быстрее, бей, бей, бей его, бей. Почему из расстояния его бью, не подхожу к нему? Потому что... Алиса, не к нему беги, а от него беги. Снова ты! Я сейчас умру! Я не хочу умирать! Да ты что такое кривое? Ты беги вперед, куда тебе надо, а не к нему! Алиса... Он опять того, давай, давай, бей, бей, бей его, бей. Да, 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 да. Бей снова, бей! Черт, убирай капслук. И все, и уходим отсюда, да? Сколько тебя можно уже выбивать? Давай, ё-моё. Я же сейчас умру. Я не выдержу еще одного круга. Убегай. Так, тихо, 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 тихо. Ч-ч-ч-ч-ч. А, нет! Нет! Отвали от меня. Ну уже! Да убери тоже эту бошку, просто оторви ее. Ну! Да я ничего не успеваю сделать с этой октомолкой. Он умер! И че мне? Ничего вообще не досталось? О, какой кайф. И чё, блин? Да серьезно? Тут у вас всех. Ага, я поняла, чайную пушку опять надо, да? Как же я это поняла? А, это тень такая была. Ой, как я этого победила, блин, гада. Значит, у нас опять тут. Теперь вот такие вот штучки будут появляться. Надеюсь, новых мобов не будет, потому что мне хватает пока что этих. Ага, значит, ножиком тоже легко разбиваться. Только ничего не выпадает. Отличненько. Я буду вас стрелять, да? Можно же так? Что-то хотела я сказать, но я забыла, что я хотела сказать. Ладно, не важно, значит. Как у нас там 453 зуба, ладно, это фигня. Кто-то там у нас спрятался. Так. Кстати, можно же и конем попробовать разбить. Я чувствую какие-то звуки. Несчастье может обрушиться даже на самые лучшие семьи. Мисс Лидл. Конечно, несчастье одной семьи может подарить шанс другой. То же самое можно сказать и о выживании членов семьи, если вы понимаете, о чем я. Ничего не выпадает из них. Вообще смысл, я что-то разбиваю. Короче, их больше трогать не буду. Все, я обиделась. Еще один галет. Как дурочка сейчас засмеялась. По звукам-то вообще похоже, как будто на мыльную воду. Я пустошена. Посмотри, во что превратилась моя прекрасная что-то там линия. Со временем все меняется, часто не к лучшему.
Отстань от меня, дурак. Ой, ты чё? Ой, извиняюсь, заорала чуть. Отходи. Вау! Да ты дурак. О, да ё-моё, чё-то я разучилась уклоняться уже. Просто отвлекаюсь на других. На него ты идешь, ты что, дурак или чё, господи, а? Наконец-то ты уклонилась, господи, я даже не верю. Давай, кидай. Куда ты к нему-то? Почему она все к нему-то лезет? Я не знаю. Да ну леща не получала или что? Сейчас, значит, получишь. О, можно, кстати, вот так вот смотреть на расстоянии. Ну ладно, он не хочет. Как хочет. Все, последняя голова. Ну чё, последний удар, давай, и всё. А, нет. Это чё, бессмертно, что ли? Ну, наконец-то. Наконец-то, конец. Что, я должна что-то сказать? Я хочу сказать, что... Чёрт, нас ждёт здесь очень много вот этих вот огромных чудищ, этих черных, которых бошки-то надо выбивать их там по нескольку штук. Еще один. Оп. Сразу же двоих. Отлично. О! Ты что думаешь, я тебя боюсь или что? Быстрее бы уже накопить, чтобы что-нибудь прокачать. Мне просто интересно, как изменится внешний вид оружия. Ну что, снова пути себе открываем. А, давай. Становится такой уставший сразу же. А мы... Да, мы допрыгнули. Я уже испугалась. С кем на этот раз? С тобой. Они, кстати, сильно выносят-то, гады такие. Ладно, в такие моменты лучше... Вот сейчас лучше в них. Ай! Все, уйди отсюда. Сколько вас тут? О! Пока. Кстати, нету больше, да? Нету. Отлично. Нет, еще кто-то появился. Я прям слышу по звукам. Показалось. Теперь куда? А, подождите-ка. Можно, во-первых, сюда прийти. Я что-то не поняла, я вообще туда иду или нет? Да, явно не туда. Я пошла, пока. Ой, я постою тут. О, бутылочка. Смех повара сейчас очень кстати. Действительно. А, не успела. Ну ладно, ничего страшного, подождем чуть-чуть. Вообще не торопись, ты там можешь еще подольше ехать. Можешь вообще всю жизнь ехать. Я туда особо не спешу, знаете, мне там делать нечего. Так, я готовлюсь сразу. Стреляю в них, стреляю.